Здравствуйте, дорогие молодожены! Наша свадьба была 8 октября 2011 года. Готовились очень тщательно. Но сделали огромную ошибку. Мы выбрали оператора, который сделал нам халтуру. И когда получили на руки готовый фильм «Наша свадьба», слезы, истерика были неотъемлемой частью наших эмоций. И я, взяв этот диск, я просто сказала мужу, что я не оставлю это так. Ругаться с операторами, драться — это бессмысленно, нужно что-то делать. В городе Запорожье много реклам, много операторов, много людей, которые занимаются съемкой свадьбы. Стала звонить, стала просить, говорить о том, что у меня есть масса фантазии, есть желания, есть деньги, и есть уже готовый материал, который снят очень плохо, мягко сказано, ужасно. Мне все отказывали. Ни за какие деньги, ни за какие уговоры, слезы не соглашались. Так мы познакомились с Андреем Фатьяновым в студии «Нестандарт». Приехала в отчаянии, стала просить, стала рассказывать о том, что спасите, умолять, спасите наш фильм, спасите нашу свадьбу, это наша память, мы готовы на съемку дополнительную, мы готовы на работу, на сотрудничество. И Андрей Фатьянов согласился. Переделать фильм, который сделан очень плохо, это глобальная работа, которую благодаря Андрею Фатьянову мы сделали. Что сказать? Значит, что я не верила изначально, что получится шедевр, о котором я мечтала. Но надежда умирает последней. И все мои надежды, даже больше, студия «Нестандарт» оправдала. Жалею только об одном, что не обратилась к ним до свадьбы, что не они работали со мной, с нами на свадьбе. Что хочу сказать? Огромное спасибо Андрею Фатьянову за знакомство, за работу, за сотрудничество, за высочайший профессионализм. Ребята, вы супер! Дорогие молодожены, поверьте мне на слово, у нас в городе Запорожье есть только один человек, и только эта команда профессионалов реально сможет сделать вам настоящий, интересный, профессиональный свадебный фильм.